Так, только не кричите, пожалуйста, там, хорошо? Так, температура на градуснике 7 градусов. Да, лед плавает, все как положено. Так, принимаю эстафету. Принимаю эстафету от Павла Младенова из города Харьков, который меня на медне аж почти сутки назад приобщил к эстафете Ice Back Challenge. Значит, что хочу сказать. Водичка у нас холодная сегодня. И также хочу передать сразу же эстафету моим еще коллегам и друзьям. Это Дмитрий Довжик, Запорожье, Лев Захарин, Запорожье, и Сергей Сапунов, город Днепрородное. Ну что, будет так? Супер! Слава Украине! Героям слава!